никаких шансов, а вот гол! Это Борис Никаноров и Антон Шкарин. Шкарин не упускает его, однако великолепный сет. Маурисиньо! Крутика! Игрока сборной России. Родригес Федоров! Вот это гол! Отсюда и моменты. Родриго. Никаноров. Хорошая команда «Локомотив», потеряла в этом межсезонье много игроков хороших, но собрали из молодых гвардию такую, которая способна бороться за высокие места, я думаю. А для «Кристалла» это всегда принципиальный соперник. И считаю, что да, они могли выиграть. Может быть, мы как-то расслабленно вышли, не знаю. Это сейчас мы сядем и разберемся. Но хорошо, что выиграли. Спасибо «Локомотиву» Илье Леонову и за такую игру классную. Если бы не твои удачные действия в конце игры, когда ты непонятно чем отбил мяч и перевел его в перекладину,
могло бы быть дополнительное время. Вот когда ты находишься на поле, и тебя весь этот азарт захлестывает, нету ли желания убрать в последний момент руку, пропустить этот гол и перевести игру в дополнительное время, чтобы зрители еще немножко получили удовольствие? Нет, 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 такого нет. Главное, команда, чтобы выиграла, повторюсь еще раз, да. Ну и мы победили, в принципе. Отстегнулась, хорошо. Надеюсь, не уберу в следующий раз. Это не надо писать.